Всем привет! С вами мобильные обзоры на улице 25 декабря 2017 года. Вчера выпал снег, такое уже предновогоднее настроение. А мне только что пришла смс-ка с новой почты о том, что на мое имя пришла посылка. Ее забрал, и вот сейчас иду домой. Не знаю, что это за посылка, но в принципе подозрение есть. Итак, доберусь домой через полчаса, через часок. Буду снимать распаковку этой посылочки. А пока что всех с наступающим Новым годом. До скорых встреч. Итак, я добрался домой. Я уже посмотрел, кто отправитель этой посылки. И у меня есть подозрение, что внутри. Но я свои подозрения озвучивать не буду, потому что это распаковка второго дубля. Снять, к сожалению, не получится. И поэтому все свои подозрения я буду держать при себе. Итак, поехали. Посылка просто огромная. Такой громадный коробок. Ну, посмотрим, что же внутри. Хочется снять, вернее, хочется не закрыть обзор при распаковке. Поэтому немножко неудобно приходится гулять туда-сюда. Все удалось вскрыть с первого раза. Итак, момент истины. Открываем. Барабанная дробь. Подобных устройств я пока что еще распаковки не производил. Тем более обзоры. Да, приятный сюрприз. Приятный сюрприз от отправителя пока что отложим. Напомню, у нас 25 декабря. Вау, это еще не все. Еще горшочек меда, баночка меда. И это еще не все. Что же в этом красивом деревянном коробочке? Пока что отложим его. Да ничего ж себе. Я правда удивлен очень-очень сильно и очень приятно. Вот он наш виновник торжества. iPad P101. Сейчас я перееду на свое обычное место, и мы распакуем эту круглую деревянную коробочку и сам планшет. Итак, я на своем рабочем месте, и сейчас мы с вами приступим к двум распаковкам. Первым делом мы распакуем виновника нашей распаковки, планшет от Impression Electronics iPad P101. И в конце видео мы с вами распакуем эту круглую деревянную коробочку. Мне самому интересно, что там внутри. Ну, давайте первым делом посмотрим на планшет. Итак, снимаем крышечку. Вот он, красавец. Знаете, довольно-таки увесистый планшет. Экран просто огромный. Класс. Ну, дизайн в стандартном стиле от Impression Electronics. Такой большой iPhone 6. Пока что его отложим. Так, что у нас идет еще? Ну, стандартная карточка для отправки устройства производителю в случае возникновения гарантийной ситуации. Отправка осуществляется при помощи перевозчика новой почты за счет производителя. То есть, не дай бог, что-то плохое случилось с устройством, производитель за свой счет доставит устройство на ремонт
и вернет вам. Так, кроме этого, инструкция на украинском языке, кабель OTG, опять фирменный кабель Impression Electronics, вижу его уже третий раз, если не ошибаюсь, или четвертый, кажется, третий раз я вижу его. Опять повторюсь, довольно-таки хорошего качества. Мне очень нравится эта тряпичная оплетка. Благодаря ей кабель проживет очень долго. А когда производитель уделяет такое внимание мелочам, как вот тот же кабель синхронизации зарядки, это уже говорит о том, что, ну, что производитель старается, чтобы его изделия были качественными и прожили как можно дольше. И опять же фирменная зарядочка, уже привычная для меня, от Impression Electronics. Если не ошибаюсь, она на 2 ампера ток. Да, она на ток 2 ампера. Вот наконец-то удалось сфокусироваться. Ну и все. Больше в коробочке ничего нет, а ничего-то больше и не нужно для того, чтобы полноценно пользоваться девайсом. Так, вот такая вот распаковочка сегодня вышла. Как обычно, я попользуюсь устройством 2-3 дня. И после этого сниму обзор, в котором расскажу о сильных сторонах этого устройства, о слабых, если они есть, и о своем ощущении, о своих впечатлениях в целом. Все, всем спасибо за просмотр. Жду вас через 2-3 дня. До скорых встреч. Всех с наступающим Новым годом. Ах да, я же забыл. Ну, самым главным, что же внутри этой таинственной коробочки. Итак, поехали. Тут развязать не получится. Возьмем так аккуратненько. Ножичком поможем. Так. Ну что, наступает момент истины. Делаем ставки, пишем в комментариях, кто что думает, что же в этой таинственной коробочке. Так, готовы? Поехали. Вау. Я даже не знаю, что это. Это имбирь. Нет, не имбирь. Я даже не знаю, что это. Но пахнет очень приятно. Ну, вообще-то у меня есть человек, который мне расскажет, что это такое. Но пока что я думаю, это какие-то вещи для приятного запаха. Ну, теперь, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. И не забываем, через 2-3 дня я жду вас на обзоре планшета iPad P101. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч. Всех с наступающим Новым годом.